Так, майонез я не люблю, а кетчуп я люблю. Блин, неудобно получилось. Здравствуйте. А вы кто? Я Фея Бабочек. Меня зовут Шалфея. Я прилетела к тебе, Кэтлин, чтобы поздравить тебя с твоим волшебным днем рождения и подарить тебе вот этот особенный подарок от всех наших лесных фей. Ого! Держи. Спасибо тебе, дорогая фея. Кэтлин, живи на полную всегда. Пусть сказка оживет одним касанием и воплотится навсегда. До свидания, навсегда. Фея. Я так понимаю, сейчас они так все будут ко мне приходить по очереди, да?